Карамба ТВ представляет. Здорово! Я всегда не понимал, почему именно лев царь зверей. Вот настоящий царь зверей, лидер, харизматичный до усрачки. Двоих котов ушатало, даже панцирем не моргнул. Эта черепашка по-любому в детстве на бокс ходила. Если хозяин этой черепашки назвал ее не Леонардо, или Рафаэль, или Донателло, или Микеланджело, то мне кажется, самое время поменять ей имя и заказать ей пиццу. Ну реально, она бесстрашная, такое ощущение, что это у нее 9 жизней, а не у кошек. Ты чё, кошара, не понял? Это моя миска! Не волнуйтесь, эта черепаха нападает только на кошек. Ну и еще на старых теток, от которых воняет кошками. Кстати, на примере этого видео можно объяснить, что происходило в России в 90-х. Итак, 1994 год, рижский рынок, рэкет. Энергичная рубрика от монстра! Сейчас будет супер видео, поржем от души, прям мега фейл. Вы, конечно, понимаете, чем это закончится. Да блин, чувак, ты чего, так вообще неинтересно. И над чем тут ржать? Перепрыгнуть может каждый. А ты попробуй навернуться, разбить себе что-нибудь и проваляться несколько месяцев в больнице. Но если серьезно, парень, конечно, молодчик. Может дорогу в любом месте на любой сигнал светофора переходить. Если вдруг когда-то кто-то решит его сбить, для этого придется очень сильно попотеть. Все равно как-то обидно, ощущение облома. Мне срочно нужны записи первых 40 попыток, уж там есть чего поржать. По-любому там было много всякого. Мне только одно непонятно, зачем ему это умение? Мы с вами не раз обсуждали странные моменты в индийском кино. Когда человек рукой останавливал автомобиль. Или проскальзывал на лошади под грузовиком. Так вот, похоже, это все не совсем выдумки. Походу, они списывают эти фильмы со своих пакистанских соседей. Это не постановочное видео! Никаких эффектов! Вы знаете, этот ролик стал бы идеальной рекламой для какой-нибудь марки обуви. Согласитесь, крепкая обувь. Ну или реклама энергетика. Не можешь обогнать мотоцикл? Тогда хотя бы подтолкни. Знаете, если бы он так покатался по нашим дорогам, все закончилось бы довольно быстро. В первой же яме. Причем, если бы он катался где-нибудь в регионах, он бы упал в яму целиком и еще своего друга на мопеде туда утянул. Но он катается где-то в Пакистане, и ему это сходит с рук. А еще знаете что? Это очень удобный парень. Ему не нужна машина, чтобы добраться до работы. Он просто хватается за любую и вперед. Он еще, наверное, так и доспать по пути может. Посплю-ка я. Интересно, а как он вообще начал этим заниматься? Постоянно опаздывал на работу? Или он очень медленно рос, и какой-то его друг сказал: я знаю способ, как можно тебя вытянуть. У меня есть мопед и наручники. Ну как? Я расту! Здравствуйте. У меня... есть система искусственного жизнеобеспечения. Мне не нужно электричество, чтобы поддерживать свои жизненные силы. Для этого я использую обычный насос для ноги. Но так как я пью монстр, я никогда не умру. Потому что в нем столько энергии, что я буду жить вечно! Еще бы секунда, и я умер. Но это стоило того. Какое сейчас время? Время для Monster Energy Cola! Сила, братухи! А сейчас наша нетрадиционная рубрика «Страны мира». Что мы знаем о Бразилии? Футбол, пляж, статуя Христа. Теперь сюда можно добавлять самый странный танец. Бач-ка-бунда, 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 бач-ка-б
Вы видели? Она ему прямо в лицо тыкала. Нет, серьезно, не в переносном, в смысле, типа, да я твою голову себе в задницу засуну. А в прямом. Да, похоже, эта тетка в буквальном смысле поняла фразу «Мама, забери меня обратно!» Вообще, через какое-то время за парня реально становится страшно. Она же ему так башку оторвет. Я навел справки. Короче, в Бразилии это новый модный танец. Батыком абунда. Удар задницей или как-то так. Суть танца. Девушка оприходует парня своей пятой точкой. А он в это время сидит и ничего не делает. Короче, вся эта смесь веселья и унижения продолжается около 2 минут. После чего девахи решают найти себе жертву постарше. Нет! Вы хотя бы стариков пожалейте. Вообще, зачем он туда пошел? Он же видел, что там происходит. Но дальше вы сами знаете, что произойдет. Бедный бразильский дедуля. Он, наверное, пришел в парк с внуками отдохнуть, а тут такое. Вы еще не представляете, что будет в конце. Не могу это комментировать. Короче, если хотите удивить всех на танцполе своим безбашенным танцем, теперь вы знаете, что делать. И вообще, так скоро в Бразилии кентавры появятся. Следующий! Доктор, я уже третий день не могу сходить по-большому. Ничего страшного, я даже поесть не могу. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока.